Здорово, пацаны. Давайте покажу сейчас, как снять бампер на Туареге первого поколения. 2008 год, переходка, кузов ГП, да, GP. Короче, нужны будут инструменты. Вот такая лопатка пластиковая, ну или наподобие чего-то. Может приспособить. Вот такой вот торкс. Вот такой торкс маленький. Ну и, собственно, еще торкс чуть побольше. Вот, вот такие вот болты. На один размер больше торкс. Что, погнали, давайте снимем этот бампер. Короче, донкратим. Снимаем. Вот здесь вот, в этой части бампера, ну вот здесь локер стоит, это я его снял. Может снимать, может не снимать, но я снял, чтобы, короче, тут все почистить. Вот в этой части бампера у кого-то стоит либо брызговик, либо брызговичка нету. И если нет брызговика, просто, значит, вот эти вот откручиваете шурупы. Раз, два, три, четыре. 5 шурупов откручиваете, и эта сторона освобождается. Вот. А если у кого-то стоит брызговик, то все точно так же самое. Откручиваете эти шурупы, и эта сторона освобождается. С этой стороны все то же самое. Откручиваете шурупы эти под торкс. Все освобождается. Теперь нужно вытащить этот фонарь и этот фонарь. Здесь вот такие вот два винта спрятаны вот такими заглушечками. Вот так они крепятся. Вот. Заглушечки вытаскиваете, поддев. Снимаете две штучки и шурупы откручиваете. Шурупы тоже под торкс. Вот так раз. Вытащили. Так раз. Не докрутили. Открутим дальше. Раз. Сняли. Все. То же самое. Вот так сидит. Сейчас там один фиксатор. Вот такой вот отсюда вот аккуратненько поддеть нужно. Вот так. Вот так вот подсунули. И аккуратно, аккуратно вот так. Не заламывайте, а вот так раз. И все сдвинули. Видите, с защелки. Соответственно, тот фонарь так же самое вытаскиваете. Теперь вот так можно двумя пальцами здесь зацепиться и подтянуть на себя. Оба. Есть. О, какие здесь артефакты. Глина. Короче, что-то здесь везде глина. Вот здесь тоже чернозем. Все, короче, в черноземе. Что-то глины много. Ну, причем это не такая грязь какая-то песочная, а именно вот глина такая, чернозем. Конкретно где-то по степи поливал. Вот тачка как раз и пришла с того района, где много чернозема. Оп.
Есть. О, тоже. Чернозем. Пшеницу, картошку сажай. Что-то я погорячился с названием проекта «Черепаха». Надо было ему дать имя «Пустынный волк». Какой-нибудь что-то такое. Пустынный волк. Сейчас вот он похож на пустынного волка. Вот что с этими событиями. Так, ну да ладно. Сейчас отстегнем фонари. И теперь обнажились еще два шурупа под торекс. Их откручиваем здесь. И также откручиваем здесь. Так, скидываем фонарь. Фишечку скинули. Так, фонарик пока в сторону. Здесь большой. Чуть побольше здесь. Торекс. Шуруп. Два шурупа здесь. Так, два шурупа. Ну и теперь снизу открутим. Там 4 штуки, по-моему. Так, вот. Вот такие. Тянем, потянем, да вытащим. По салазкам он легко идет. Без напряга. Опа. Есть. Есть. Такая буква в алфавите. Вуаля. Все, ребята. Бампер сняли. Бампер снял. Сейчас я здесь все вот это вот. Чернозем этот. Вычищу. Такое ощущение, где-то он точно конкретно по степи где-то ездил, по полям. Ну да ладно, мне это не важно. Я хотел вам показать, как снимается бампер. Я вам и показал. Вот. Бампер обшкурю и покрашу под покраску. Вся, короче, машина под покраску. Все, пацаны.
Бампер снят. Кто знал, как снимается, тот знал. Кто не знал, увидел. Теперь будет знать, как снимается. На этом все. До новых видеороликов. Всем удачи.